Всем привет! Вы на канале Час Ремонта, и сегодня я расскажу вам о лучших шуруповертах с сайта AliExpress. Я проанализировал множество моделей, изучил отзывы покупателей и на основании этого составил топ, в который включил 5 шуруповертов, пользующихся большой популярностью. Я расскажу, чем они примечательны, а также оставлю в описании под роликом ссылки, перейдя по которым вы сможете сравнить стоимость всех участников данного топа. Ну а перед тем, как я начну, хочу напомнить вам, что на канале Час Ремонта регулярно выходят новые рейтинги и обзоры различных инструментов и других товаров, которые могут пригодиться вам в строительстве и ремонте. Поэтому рекомендую подписаться на канал и нажать на колокольчик, если вы не сделали этого раньше. Также буду признателен вам за лайки и комментарии, которые помогают в развитии канала. Ну что же, устраивайтесь поудобнее, а я расскажу вам о лучших шуруповертах, которые можно приобрести на AliExpress. Поехали! Открывает наш топ серия аккумуляторных шуруповертов Deco DKCD, представленная моделями с напряжением 12, 16 и 20 вольт. Максимальный крутящий момент в зависимости от модели может быть 28, 32 или 42 ньютона-метра. Также у них есть отличия в форме и весе. Младшая модель будет отличным вариантом для работы в труднодоступных местах и сгодится для домашнего использования. Ну а более мощные шуруповерты станут отличными вариантами в профессиональной деятельности. Судя по отзывам, саморезы такие шуруповерты закручивают и выкручивают хорошо. Мощности более чем достаточно, чтобы закручивать саморезы диаметром до 10 мм. Весят они немного, и за счет небольшого веса пользоваться ими удобно. Также комфорта при работе добавляют накладки на рукоятках, препятствующие скольжению. Сверлят такие шуруповерты тоже хорошо, а наличие двух скоростей и 18 ступеней крутящего момента позволяют подобрать оптимальный режим для работы с различными материалами. Из других особенностей этих шуруповертов стоит отметить наличие подсветки и множество вариантов комплектации, среди которых каждый покупатель найдет подходящий для себя вариант. Из минусов можно отметить не самую качественную сборку и то, что биты, идущие в комплекте, довольно быстро приходят в негодность. Но учитывая, сколько стоят такие шуруповерты, на эти минусы можно закрыть глаза. Далее в нашем топе идет Bosch GDS18V EC300ABR. Это одновременно и шуруповерт, и гайковерт, так что он станет незаменимым помощником любого автомобилиста и пригодится в гараже. Благодаря высокому значению крутящего момента этот инструмент отлично откручивает и закручивает колесные болты и защиту картера головками на 17, не говоря уже о том, что он отлично справляется с большими саморезами. Качество сборки у этого инструмента отличное. Контактная площадка у него подпружинена. Двигатель бесщеточный, а в корпусе ударного механизма смазка присутствует в достаточном количестве. Также у него имеется термодатчик. Весит такой гайковерт около 2 кг, но за счет продуманной эргономики в руке лежит хорошо и пользоваться им удобно даже длительное время. А его прорезиненная ручка обеспечивает надежный хват. А еще он оборудован крючком для закрепления на ремне и шнурком, надевающимся на руку. Ну а работает такой шуруповерт от 18-вольтового аккумулятора, которого, по заверениям производителя, хватит на 70 минут непрерывной работы. В общем, если нужен мощный, качественный и надежный инструмент, то рекомендую обратить внимание на этого представителя компании Bosch. Напоминаю, что узнать стоимость этого и других шуруповертов, упоминаемых в ролике, можно будет, перейдя по ссылкам, оставленным в описании. Deco 20V Max – это мощный аккумуляторный шуруповерт с максимальным крутящим моментом 42 ньютона-метра. Он отлично закручивает и выкручивает крупные саморезы, а также может быть задействован в качестве дрели. С его помощью вы без проблем сможете просверлить отверстия диаметром до 35 мм в дереве и до 13 мм в металле. Наличие двух скоростей и множество регулировок крутящего момента позволит настроить такой шуруповерт для оптимальной работы с разными типами материалов. А идущий в комплекте с ним аккумулятор обеспечит до 60 минут непрерывной работы. Из достоинств шуруповерта Deco 20V Max также стоит отметить быстрозажимной патрон, позволяющий менять сверла и биты в считанные секунды. Весит такой шуруповерт вместе с аккумулятором чуть больше килограмма, а за счет эргономичной рукоятки пользоваться им очень удобно. Также он примечателен прорезиненными вставками на корпусе, обеспечивающими надежный хват, наличием фонарика для подсветки рабочей зоны и индикатором, сообщающим об оставшемся заряде аккумулятора. А еще Deco
Note 20V Max выпускается в нескольких комплектациях. Можно лишь купить сам шуруповерт с зарядным устройством и одной батареей, с двумя батареями или большой комплект в прочном кейсе, где помимо инструмента, аккумуляторов и зарядного устройства будет еще и набор различных сверл и бит. Продолжает наш топ серия шуруповертов NR Power Plus, выпускаемых в версиях с аккумуляторами на 12, 16, 21 и 25 вольт. В зависимости от модели максимальный крутящий момент шуруповерта будет 23, 36, 45 или 48 ньютона-метров. Так что найдется вариант для любого пользователя, соответствующий его потребностям. Шуруповерт имеет две скорости работы и множество ступеней крутящего момента, а еще оснащен быстрозажимным патроном. Так что времени на снятие бит и сверл с ним уйдет немного. Из особенностей NR Power Plus стоит отметить плавное переключение скорости, реверс и LED-лампу, которая ярко освещает место работы. Весит такой шуруповерт всего 1 кг, и за счет ручки и эргономичной формы пользоваться им удобно. А продается он в различных комплектациях, в которых помимо самого шуруповерта могут входить пара аккумуляторов, зарядка, кейс для удобного хранения и транспортировки, а также набор бит. Владельцы отзываются об этом шуруповерте крайне положительно, отмечая, что он отлично справляется с закручиванием саморезов, сверлением небольших отверстий, а также качественную сборку. В общем, отличный инструмент, доступный для покупки на AliExpress. Завершает наш топ Yekoda YK-B168. Это компактный шуруповерт, который станет отличным помощником при работе в труднодоступных местах. Компактность инструмента достигается за счет аккумулятора, который встроен в саму ручку. При этом, несмотря на свою компактность, данный инструмент отлично справляется с закручиванием и выкручиванием саморезов диаметром до 10 мм. Плюс к этому с его помощью можно будет сверлить отверстия в древесине диаметром до 35 мм. Весит такой шуруповерт меньше килограмма. В руке лежит хорошо и пользоваться им удобно даже длительное время. Также стоит отметить, что в нем предусмотрена регулировка крутящего момента, яркая подсветка и индикатор, сообщающий об уровне заряда батареи. Кстати, батарея имеет защиту от перегрузки, перегрева и глубокого разряда. А в комплекте можно будет заказать дополнительную батарею. Помимо этого, есть комплектации такого шуруповерта с набором сверл и бит, а также с кейсом для удобного хранения и транспортировки. В общем, если нужен компактный шуруповерт для решение бытовых нужд, который не займет много места и обеспечит хорошую производительность, то стоит обратить внимание на эту модель. На этом у меня сегодня все. Напоминаю, что в описании под видео я оставил ссылки, перейдя по которым вы сможете ознакомиться и сравнить цены на всех участников данного топа. Жмите палец вверх, если вам понравился ролик, а также не забывайте подписываться и жать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе выхода новых рейтингов и обзоров. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на канале «Час ремонта».